Ситуация с мигрантами в России существенно изменилась за прошедший год. Сегодня страна переживает мощнейший отток мигрантов, в том числе и трудовых. С частными целями въехал на территорию Одинцовского района и поставлено на миграционный учет 3607 иностранных граждан. С целью осуществления трудовой деятельности было поставлено 5424 иностранных гражданина. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на учет поставили 12 700 человек. Среди возможных причин называют экономический кризис, который приводит к закрытию предприятий. Предметом отдельного внимания правоохранителей стала ситуация с людьми, приехавшими с юго-востока Украины. Каждого человека надо было принять, поговорить, понять, зачем он приехал, откуда, не работал ли он раньше на рынке, на каком-нибудь в Одинцово, в Голицыно или в Кубинке, а потом, когда появилась эта ситуация, не объявил ли себя он, так сказать, лицом, вынужденно покинувшим, так сказать, территорию юго-западных там областей Украины. За три месяца 2015 года сотрудники Федеральной миграционной службы по району провели 27 выездных проверок. Данные меры выявили целый ряд нарушений. В отношении 280 граждан были заведены административные дела о выдворении за пределы страны. На территории района сейчас осталось только 37 организаций, которые обращаются миграционную службу, нашу Одинцовскую миграционную службу, для осуществления постановки на миграционный учет иностранных граждан. Представители общественной палаты Одинцовского района внимательно выслушали правоохранителей и выступили с рядом инициатив. Вопросы по миграционной политике постоянно поступают в соответствующую комиссию общественной палаты. Вот те заявления, которые у меня сейчас есть, вы могли бы все-таки как-то вот с вашей службой, да, обсудить, во-первых, передать, да, вам посмотреть, встретиться и обсудить. Они достаточно такие непростые, ну, для того, чтобы снять эту напряженную обстановку, потому что мы занимаемся переселенцами, в других вопросах, о которых я буду рассказывать, там достаточно все очень более-менее ничего.